Сборы продолжаются. Хотела вам просто показать. Положила 6 маечек ребенка, которому 14 лет, пол чемодана нет. И так странно, в этом году, оказывается, у него все майки белые, вот одна только полосатая, все остальные белые. Здравствуйте. Мне вас с собой взять, Алиса? А? Посмотрите, картина какая. Алис, тебе удобно здесь? Можно? Вы отсюда выйдете? Ребят, кошка обалдела просто. 3 чемодана в любой залази, да? В любой залази. А, Алис? В общем, вот так идут сборы. Пол чемодана уже есть. Вторая половина тоже, по всей видимости. Алис, мне нужно тебя отсюда как-то вытащить. Вот, плюс это все еще придет, и еще у нас есть вещи. Вот, и аптечку сейчас буду собирать. Ой, ребят, я думаю, мой чемодан вас сегодня достал. Но я не могу это не показать. Смотрите, это чудо вылазить не хочет. А здесь у меня кроссовочки 14-летнего мальчика моего любимого. Вот представьте, 4 пары, и чемодан занят. Я все переживаю, думаю, ой, такой огромный чемодан, что же я туда буду ложить-то? Так, ну пол чемодана заняла вот эта кисуля, которая вылазить не хочет. Мы с ней уже воюем даже здесь. Ты тоже хочешь в Казахстан, Алис? Ты тоже в Казахстан хочешь? Полетели. Давай, с нами. Пол чемодана займут Лео на Шуи. Здесь у него еще парочка есть. Такие шлепочки. Вот, и так что все. Ну, я их сейчас... Да, положу в пакетик, естественно, потому что они не первой свежести, а вещи стиранные. Вот, так что собираюсь. Ребят, уже 11, я все собрать не могу. Мне в 5 утра вставать, потому что в 7 нам выезжать. Короче, я не знаю, это Атас, я вам покажу, как я тут собираюсь. О, весы тоже, да, здесь, потому что я взвешиваю. У меня багаж должен быть не более 23 килограмм для Франкфурта-Астана, а Астана-Семипалатинск там 20. Поэтому мне выгоднее всего сразу по 20 килограмм набрать. Всего себя даже не показываю. В ужасном я сейчас состоянии. В общем, вот, ребята, правда жизни. Посмотрите, бардак везде полностью. Все, продолжаю. Так, что я беру с собой из лекарств? Из лекарств. Это Бускопан. Это Назен шпрей. Шпрей для носа. Это Дулкалакс, Синопред и салфеточки. Да, но салфеточки я возьму с собой в ручную кладь. В общем, больше я ни в чем не нуждаюсь, потому что, ну, как бы там аптека есть, можно купить все на месте. Тем более, что у меня крестная работает в аптеке. Вот, Бускопан на дорогу, мало ли что, живот заболит на нервной почве или, не знаю, где-то что-то не то съедим. Он всегда помогает от спазма, он хорошо спазмы снимает. Ну, Дулкалакс, если много поедим и что-то пойдет не так. Синопред я сейчас принимаю от бронхита. И Назен шпрей. Я уже говорила, что я наркоман, что я каждую неделю практически покупаю. У меня на неделю уходит один, может, на две. Но я надеюсь, что там другой климат, мой климат, сухой воздух, и мне меньше понадобится, как показывает практика вот по прошлым годам. Так что вот вся моя аптека, девочки-мальчики. Ну что, настал тот момент, когда мы наконец-то собрали чемоданы. И выезжаем. Кстати, я обожаю звук чемодана по асфальту. Вот прям люблю этот звук, все. У меня сразу праздник начинается. Это значит, что меня ждет приключение. Все. Время 8 утра. Нет, 7. Очень шумно. Ой, сейчас я вам сяду в машину и все подробно расскажу, какой путь нас ждет. Вот она я. Я не выспалась немножко. Иван вообще не выспался немножко. А еще у нас машина не открывается. Короче, приключение начинается. Я буду думать, что полицейский.
первая проблемка. Мы стоим в Штау на 40 с чем-то минут. До вылета осталось 4 часа. В 11 минут. В 11.30. А сейчас сколько? 3 часа. Короче, нам час 40 ехать, а за 2 часа регистрация начинается. Мы немножко опаздываем на самолет. В общем, следующее. Штау или пробка. Видите, как далеко идет? Мы ехали, наконец приехали, да? Все, видите самолетик? Значит, мы где-то прям совсем-совсем близко с аэропортом. Но столько я снимала, я не записывала. Кто молодец? Я молодец. В общем, приехали мы во Франкфурт. Это здесь такой парк-пляц, парковка. Показываю все как есть. Места есть достаточно много. Посмотрите, здесь вообще все зеленое. Слушайте, ну такой картины я еще ни разу в жизни не видела. Народу нет. Буквально 5 человек перед нами. И притом мы даже не опоздали. Может, еще придут? Но регистрация уже открыта. А ТАСС? Все в пробке стоят, да? В общем, мы зарегистрировались очень быстро. Прям минут 5 мы стояли. Для меня это прям удивительно. Потому что обычно в очереди стоишь, ну, минут 40, если не первый пришел. Вот. Народу, кстати, в аэропорту вообще мало. Вот вам показываю, как есть, да? Меньше стали, конечно, путешествовать, все боятся. Ну, сами знаете, из-за чего, да, не буду говорить. Вот, сейчас мы попробуем в Макдональдс сходить, потому что мы не позавтракали, он очень рано вышли из дома. Вот, так все хорошо. Тесты нужны были обязательно. Ну все, ладно, до связи. Ну это ни о чем, да, людей. Кто летает, тот знает, что в нормальные времена здесь фоль, а сейчас просто очень пусто. Но это нам на руку. Вот. Я не узнала свой цезарь-салат. Короче, все. От пластика отказываются. Теперь даже салат не в пластиковой дозе, а в бумажной. И вилочка с ножичком теперь деревянные. Вот. Сибирская новшество. Все, обнимайтесь. Все, мы идем на посадку. Ой, на бординг, да? Так, мы прошли все пункты и ждем. Ждем посадку на самолет. В общем, почему я нервничаю и нервничала, да, там под прошлым видео вы писали комментарии, что ты чего, мать? В общем, нам предстоит долгий-долгий путь, который растянут на 2 дня. В общем, сегодня утром мы встали в 6, выехали, сейчас 2 часа ехали до Франкфурта, сейчас мы зарегистрировались и ждем посадку. 11:30 у нас самолет. Какая вкусная конфетка. У меня кашель, я шифруюсь. Ну реально, без конца. Eine kurze Information für die Passagiere des Fluges KC922. An der Sicherheitskontrolle ist ein schwarzer Lenovo-Laptop liegen geblieben. Falls jemand einen Laptop vermisst, bitte einmal an das Gate-Personal wenden. Не, мой серый. Это не мой потерялся. В общем, продолжаю уже без конфетки, чтобы быстро рассказать. В общем, Франкфурт-Астана – это пункт А. Мы остаемся ночевать в Астане, потому что мы не улетаем ни на одном самолете. Поезда все уже не ходят. Мы приезжаем поздно вечером, остаемся в отеле, который тоже нужно было забронировать заранее. Затем на следующий день у нас с утра... часов 12, кажется, надо еще посмотреть самолет в Симпалатинск, и только тогда мы дома. Представляете, какой длинный путь, и здесь надо было реально все как бы сопоставить поминутно, посмотреть все правила, все расписания, что там надо,
Все это было сложно. В общем, сижу тут, загораю, отдыхаю. Уже бизнес-класс садится на самолет. Мы следующий, да, Люб? Угу. Ой, еще полчасика, и все, и можно будет лететь. В общем, как-то мы быстро забежали сюда, и мы даже не успели ни воды купить, ничего, и мы тут уже сидим час. Я так хочу пить, просто не могу. Нигде, да, здесь не купить. Так что вот, это пунктик. Не надо быстро идти на посадку, да? Ага. Надо было еще там походить. Стюардесса больше не показывает. Смотрите, как интересно. Выходы расположены по обеим сторонам самолета и обозначены опознавательным табло. Светящаяся дорожка на полу указывает путь к выходу. Сейчас обратите внимание на ближайший к вам выход. Пожалуйста. Ознакомьтесь с инструкцией по безопасности, расположенной в кармане впереди стоящего кресла. В общем, пока у нас все хорошо. Ждем обед, уже начинает разносить потихоньку. Вот, а в это время мы смотрим фильмы. Смотрите, как здесь классненько, можно любой фильм на ваше усмотрение, в общем. По желанию. Вот есть для детей, есть документальные, есть «Открывая Казахстан», кстати, сейчас посмотрю, и сериалы. Вот, а также можно посмотреть, где мы сейчас с вами находимся. То есть мы сейчас пролетаем где-то над Киевом. Вот, осталось еще чуть-чуть. И мы дома. Первый раз в жизни смотрю «Свинку Пеппу». Леон, походу, тоже. Потому что, когда он был маленький, этого мультика еще не было. Вот, нам принесли такой обед. Здесь у нас салатик. Чай с лимончиком. Булочка. Здесь у меня какая-то говядина. Потом покажу, открою. Йогурт, сырок плавленый. Вот. А у Леона, вот он уже открыл. Курица с рисом. Выглядит очень даже аппетитно, да? И вот что мне больше всего здесь нравится, что приборы, они железные, они деревянные или хотя бы не пластиковые, да? Смотрите, да, настоящие железные приборы, как дома, как в ресторане. Прикольно. Леон тут смотрит Наруто. Здесь смотрит, когда мы уже прилетим, да? Или тебе по кайфу? Нравится лететь? Вот, в общем, приятного нам аппетита.
вот так выглядит моя говядина. Очень даже аппетитно. Пролетаем над Калугой. Прибытие 21.08. Чебурашка ты мой. Чего? Ты как чебурашка в наушниках. Леон в шоке. Я тоже. Все, с приездом нас. Ребята, у нас сейчас такие проблемы были, капец. Леона на паспорте не узнали. И попросили предъявить какие-либо документы, подтверждающие, что это он. Ох, ужас. А какие у меня документы, кроме как паспорта? В общем, его со всех сторон смотрели, рассматривали. Ой, все, мы, короче, пошли забирать. Чем пошли забирать? Чемоданы. Вот. В общем, все хорошо. Вот. А вот это вот команда, которая нас сейчас везла. Как, на самолете везут? И летят? Все. Ой. Мы дома. Все. Почти. Ты обознался? Да, маленько. Не наш был, да? Но я думаю, рано для нашего чемодана. Вот так получают чемоданы. У нас корешочек есть. Он, в принципе, не нужен. Ребят, вообще все очень просто, все очень быстро. Сейчас мы в номер придем, я вам все-все расскажу подробно. Чувствуешь воздух какой другой, да? Такой какой-то теплый, да, прям? Немцы приехали. Казахстан. Не, мы правда вышли и дышим воздухом. Он такой какой-то другой. Ну, пахнет детством, я не знаю. Мне кажется, без разницы, Семипалатинск или Нур-Султан. В Казахстане пахнет одинаково вкусно. Не-не-не, чё? Не узнали тебя, да? Вырос? Ну что, как я обещала все показывать, мы заселились в номер, вроде бы прошло все в порядке, бронь сохранилась. Единственное, что нужно заплатить в тенге, а тенге у нас нету. И мы пойдем сейчас в аэропорт, там есть обменник, поменяем деньги и заплатим. Нас уже запустили, и вот я вам показываю, тут Леон Иванович есть. Чем-то очень сильно удивлен. Чем? Здесь интернет лучше, чем у нас раньше был. Да ты что? В хотеле же нормально где-то 0,5, ага. Даже видео на TikTok. А здесь сколько? 57. О, классненько. Значит, если я видео смонтирую, оно за ночь загрузится, да? Может быть.
Ну все, тогда работаем. Вот здесь у нас такая кровать, одна на двоих. Кстати, на фотке было две маленьких. Но они есть две маленьких, просто соединены. Ничего, поспим вместе сегодня, да? Не умрем. Вот, есть телефон, телевизор, есть даже холодильник, но, правда, он пустой и выключенный. Нет, он пустой, но он включенный. Вот, какая-то тумбочка. Ну, в общем, это все не важно, да? Самое главное, есть кровать, о которой мы мечтаем сегодня. Мы всю ночь не спали. Ну, вернее, я только 4 часа спала. И в самолете тоже мы не спали, потому что было как-то... Классно, да? Неохота было спать. У нас в Германии сейчас только 6. Ну и да, у нас, да, по нашему времени 5 часов или 4 часа разница, я точно не помню. 4, да? Так, ну и все. Ну, огромный номер, хочу сказать, я прям вообще большой. Вот смотрите, еще раз, да, здесь вход, здесь зеркало. Это вы все видели, плюс шкаф простенький. Там, кстати, даже халат есть и тапочки. Вот. Вафельный халатик и тапочки. В общем, вот. И идемте с вами вместе смотреть ванную комнату. Так, здесь есть ванна. Неожиданно стрёмные волосы. Да, короче, здесь, по всей видимости, не помыто. Унитаз грязный. Я не знаю, даже пойти обратиться сейчас или нет. Вот она я, такая вся вот Леон. Так, ну здесь у нас шампунь, гель для душа, освежитель воздуха. Извиняюсь. Ну все как всегда, туалетная бумага. Ну грязно, очень грязно, я вам хочу... Ой, пол вообще, о, везде хары, о, везде волосы. Слушайте, я терпеть не могу в отелях. Вот, и одно на всех полотенце, что ли? Так, сейчас я пойду у них, когда я оплачу, я спрошу, что нам нужно еще два минимум полотенца для головы, для тела. Вот. Ну, в тюрьме? Почему? Закрыто, да? Не открывается? В общем, БАДом я недовольна, но на одну ночь переночевать, конечно, это ерунда. Вот, ну да, да. Но это для нашей безопасности, наверное, да? О, потому это будет громкая ночь. Ух ты, точно, здесь самолеты приземляются, и мы. Ладно, ребята, отключаюсь, пошла я деньги менять. Номер я вам показала. А, кстати, ну-ка сядь, попробуй мягенько, нет? А как в Орлеане? Давай, давай. Ты тоже так хочешь? А, полотенца вот лежат, господи, развозмущалась я. Давай. В общем, как у нас кровать? Давай, сломай кровать. Давай. Как все спинку сломал. Кажется, спинку сломал. Как ты там в отлетечке, ты потом еще так падаешь, и потом еще раз так тыкаешь и падаешь. А здесь просто упал и все, да? Как у космонавта. Класс. После всего-то 120 на 80. Идеально. Зашла в местный магазинчик. У меня такое чувство, что я зашла в наш русский магазин. Один в один. Все, товары, понимаете? Но есть то, чего нет у нас. Это курт. И я не думала, что мне в первый же вечер повезет купить курт. Вы любите курт? Завидуйте молча. Я сейчас его буду кушать. Я пробую курт, вернее, ем. Леон попробовал, пошел запивать. Чё ты там? Как вкусно! Мое любимое лакомство. Ну а чё, тебе не понравилось вообще? А мне очень понравилось. Кто любит курт, пишите в комментариях. Как вкусно! Вы любите, скучаете по нему, те, кто в Германии живут? Смотрите, какой у нас вид из окна. Самолет, на который идет посадка. И мы смотрим на это. Первый раз у меня гостиница с видом на самолет. И парочка, кстати, уже взлетала. Мы прям... Леон говорит, это будет длинная ночь. Ну, хорошо, хорошо слышно. Мне кажется, просто кажется, что окно это не можно открывать. Нельзя открывать, ага. Ну да, тут решетка, я уже показывала. Не-не, просто оно... тут еще тут клей, закрыто, тут да, еще да.
Шуруп. Ну оно наглухо, конечно, да. Вот тут еще не закрывается, не открывается, то есть. Вот так вот, ребята, видите, какое у нас. Нашла я себе такое уютненькое местечко, чтобы с вами чуть-чуть поболтать. В общем, мы добрались, все хорошо, все замечательно. Зря я так переживала по каждому поводу. Знаете, столько слухов было вокруг, то кто-то не уехал, кого-то сняли. Но это были такие непрямые слухи, да, а кто-то через кого-то. А вот такого прямого не было, но все равно где-то в душе были какие-то переживания, да, что вот правила поменяют, а у нас какой-то бумаги нет, и мы не улетим. Вот, но на самом деле все настолько просто, все так легко. Я вам даже скажу, что намного проще идет посадка во время, чем просто мы летали. Очень быстро, буквально 3-5 минут мы стояли на регистрации, мы сдали чемоданы, мы сразу зашли. Нигде никаких очередей. И даже там, где обычно вот уже идет, вот сейчас я показывала, где уже идет посадка на самолет. Там еще раз паспорта проверяют. В этот раз, короче, ничего не проверяли. Мы просто зашли, сели и все. В общем, если бы мы, наверное, не на тот гейт вышли, мы бы так и улетели на другом самолете, потому что документы у нас не проверяли. ПЦР-тест нужен. В общем, кто хочет лететь в Казахстан, что нужно? С Германии. В любом случае нужно открывать визу. Заранее. Визы сейчас, наплыв туристов в Казахстан, ну, таких как мы, виза открывается долго. Я за месяц сделала, короче, мне сказали, 11 числа она будет готова. Я начала заказывать билеты, заказала на 17, а визу открыли 16. Вот здесь я тоже немножко нервничала, да. Один день, это прям вообще цукнап. Виза. Паспорт, в общем, паспорт, виза, ПЦР. Все, больше вам ничего не нужно. Никаких страховок, ничего. Просто сделали ПЦР, взяли свой паспорт с визы и полетели. Вообще все очень просто. Нигде никакую температуру не мерят, никакие полицаи там не ходят, на вас не смотрят. Аэропорт полупустой, просто взяли чемоданчик и полетели. Вот это все просто алермисты создают какой-то шум, какой-то ажиотаж насчет этих поездок, да, и все сидят, боятся. Я вам честно говорю, насколько я паникер, ну и больше реалист, да, так скажем, потому что, правда, времена неспокойные, ты уже начинаешь верить и переживать, и совершать глупости, как я, да, нервничать. Единственное, что у нас очень трудный путь, вот я вам расскажу, да, сегодня утром мы встали, мы поехали во Франкфурт, с Франкфурта мы прилетели в Нур-Султан, здесь мы забронировали гостиницу, мы переночуем, а завтра в обед у нас еще самолет на Симпалатинск, то есть много-много посадок-пересадок, и я уже говорила, наверное, в этом влоге, что каждую минутку нужно где-то соблюсти, чтобы все совпало, чтобы нигде не опоздать, везде все забронировать, или уже даже оплатить, это правда, ну как, немножко нервно, но опять-таки это было нервно в ожидании того, что, ой, а вдруг что-то сорвется здесь, и все. А так, если бы я с самого начала знала, что так гладко здесь все пройдет, если я, ну как, я вложилась, правда, я организовала полностью пункт от А до А, я или от пункта А до пункта Б. Ничего страшного, ребят, перфект, все замечательно, все классно. Страхов никаких. Короче, я рассеиваю этот миф, что летать сейчас страшно, честно. У нас все пикабелло вышло. Так что вот, что я вам хотела сказать. Вообще, мы сидим в отеле, и мы не верим, просто мы до сих пор еще не поняли, что мы в Казахстане. Мы вот смотрим в окошечко. Такое чувство, что мы где-то в Германии, просто вот на перевалочной базе. Я не верю, но я переполнена просто эмоциями, что вот-вот-вот, завтра вот ночь поспать, и завтра мы уже увидимся со всеми, нас будут встречать. Короче, я такая счастливая, все, и на этой счастливой ноте я с вами прощаюсь, всех люблю, всех целую. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео, будет интересно. Всех люблю, всех целую, пока-пока, до новых встреч.